Вас что-то напугало? Они что-то сделали с моей головой? Вы скверно выглядите. Вам нужно следить за собой. Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и мы продолжаем проходить «Зло внутри». Очередной раз мы оказываемся в больнице. Так, коробка железная на столе. Подобрать. В церкви провалился пол. Никто не пострадал. Свидетель говорит, что это чудо, крупнейший скандал в церковных кругах. Во время ремонтных работ в церкви Cedar Hill провалился пол. Присутствовавший прихожанин сообщает, что только чудом никто не пострадал. Посмотреть какие-то фотографии. Photographs. Фотографии. Церковь. О, Господи. Да ну нафиг, кто это сделал? Кто выключил свет? Что за чертовщина здесь творится? Да ну нафиг. Воу-воу-воу. Что это за звук? Да тут какой-то полтергейст вообще. Так, у нас есть один ключик. Давайте. Давайте снизу. Мы снизу еще ничего не открывали. О! Здорово. Так, стекло целиковое. Странно. 13200 у нас геля. Давайте-ка не будем тратить его. Тараканы опять побежали. Куда эта медсестричка ушла? Что за звуки? Так, она пошла сюда. Что за жесть? Снова эти импульсы. Похоже, где-то рядом Лесли находится. Лесли? Себастьян. 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 Себастьян.
Жесть, короче. Ребята. Так, обратно нам не переместиться. Ну и ладно, нам не нужно. Гель мы покопим немножко, чтобы нормально можно было в следующий раз прокачаться. О, аллилуйя. Вижу свет, улицу, небо. Наконец-то. Так, гарпун у нас целый. Так, давайте. Что у нас там, перезарядиться, может? Здесь ноль. Что еще у нас? Криоболт. Так. В принципе, все, да? Давайте это два. Выберем пистолет. Фонарик можно выключить. На улице прям благодать такая, да? Солнышко. Что, то же место, что и на фото. Действительно. Итак, шестой эпизод. Он называется «Сами не свои». Уже дошли до шестого эпизода. И красиво, красиво сделано, да, ребята? Так, давайте-ка здесь посмотрим, что у нас. Патроны. Отлично. Так, ящички. Так, не туда. Так, аптечка, да? Давайте используем одну и возьмем еще одну. Пусто. О, вижу статую. Отлично, ключик. Так, выстрелы. По-любому это кто-то из своих. Ты в порядке? В голове гудит. Мне казалось, она сейчас лопнет. Но сейчас... Я уже к этому привык. А Кидман где? Не знаю. Я очнулся здесь. Наверное, потерял сознание. Или снова стал. Inside.
Пошли внутрь. Что, друзья, снова экшен? Еще одна. Открой дверь. Я открываю. Подожди немного. Черт. Во-во-во. А, черт. Перезаряжено оружие это. Ну давайте по одному. Спички. Отлично. Держи. Отлично. Я их долго не задержу. Еще чуть-чуть прикрывай меня. Это что я пытаюсь сделать? Да отцепись ты от меня. Тварь. Давайте. Ай-яй-яй-яй-яй. Гори, гори. Патроны. Ах ты. Есть, идем. Давай, 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 давай. Фу. Это было реально жестко. Это было реально жестко. Да ну нафиг, еще одна. Да вы что? Прикалываетесь, что ли? Ну давай, подходи. Гори. Так, у меня один патрон от ружья. С ловушкой я разберусь, ты задержи их. Да что я и пытаюсь сделать. О, господи. Как ты еще ходишь с дыркой в голове-то? Да ладно. Отвалите. Так, еще одна попытка. Ладно. Давайте. Подходите. Есть. Так, у меня, по-моему, там дробовик есть. Отлично. Собирай, собирай. Так, монах пришел. Жги его, жги. Их двое больше. Вижу, время на жалобы у тебя есть. Какие жалобы-то? Уйдите прочь. Давай, перезаряжайся быстрей. Ну-ка, ну-ка. Собирай. Ай-яй-яй.
тварь. Что ты там возишься, давай. Сколько вас тут, а? Быстрее давай. Себастьян, идем. Похоже, мы выбрались. Отлично. Отдохнем немного. В таком темпе мы долго не протянем. Я думаю, отсюда нужно выбраться как можно быстрее. Может, на башню? Оттуда мы сможем все рассмотреть. Все лучше, чем оставаться здесь. Фу. Чем дальше, тем жестче. Так, это необычно выглядящая винтовка со скользящим затвором и оптическим прицелом, немного потрепана временем, но в хорошем состоянии. Отлично. Так, там когда показали башню, я увидел статую. Есть. Так, ключи где-то там у тех дверей, значит. Давайте-ка. Так, от ружья у нас патронов нету. Давайте-ка возьмем снайперскую. Ну что? Идем осторожно. Кто знает, сколько их тут. О, вот и гости. Воу! Да нифига вас там, ребята. Так. Гори. Если вот так. Еще живой. Вот так. Уйё. Да ладно, что это? Тварь, а? Вот это осторожно, уже не получается нифига. Пистолет. Да падай ты уже, а? Ой, ё. Как ты сюда подобрался-то? Блин. Три патрона от револьвера.
что за ниндзя? Тебя бутылкой. Ой, ё. И чё? Как-то ты быстро встал, слышь? Засранец, а? Так. Так, примем аптечку, наверное. Давайте-ка обезвредим, попробуем бомбу. Ну что ты? Да... Что тут подобрать? О, болт, отлично. Где-то здесь еще, да? Мина. Надеюсь, я не взорвусь. Отлично. В укрытие, они стреляют сверху. Блин, как так-то? Ну-ка, давай еще раз. Какого? Теперь мы сможем спокойно пройти, если не ликвидируем других стрелков, у нас нет шансов. Так. Еще одна мина. Отлично. Так, у нас один патрон. Отлично. О! Как вы так подкрадываетесь-то, а? Козёл. Так. Блин. Электроболт. Снаряд для арбалета огонь, обездвиживающий врагов с помощью электрошока. Его можно устанавливать, например, на стены, на пол и даже на врагов. Блин, истратил. Ладно. Что ж ты будешь делать-то, а? Что-то ни патронов, ничего нету, а?
Отлично. Здорово. Так, два патрона. Можно. О! Подкрался так. Джозеф, спасибо. Итак. Мина. Фу. Еще на мине не хватало подзорваться. Так, дай-ка я тебя подлечу, дружище. Так. У нас еще один там, да? Попробуем через верх. Еще нет. Не открывается. Быстрей! Перезаряжай. Так, тебя там не видно. Есть. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, еще раз пробуем. Так, нет. Так, захватит за мной бегать. Давай-ка. Блин. Так, давайте тут заморозку. Так, вспышка у меня есть. Так, да где ты там, блин? Гарпун, разрывной болт. Так вот. Thank you.
Ого, ого, психует, психует. Еще. Еще живой. Блин. Помазали. Сделаем так еще. Держи. Фу, отлично. Идем осторожно, кто знает, сколько их тут. Так, 5000. Отлично взяли. Заберем криоболт. Так, ну что? Тут у нас все собрано, да? Вроде как. Ящик не ломается. Ладно, идем дальше. Лист стоит на верхнем этаже. Будем искать другой путь. Так, немножко подлечимся. Вот в чем дело. March 2006. Уже 8 месяцев, как мы с Майерой поженились. Теперь ждем тебя, крошка Лили. Скорее бы прошло еще 2 месяца, чтобы я наконец смог тебя увидеть. Честное слово, мне страшно. Я постоянно смотрю в лицо опасности на работе, но мысль о том, что скоро я стану отцом, пугает сильнее всего. Обещаю, что пока я жив, я буду любить и защищать тебя. К новым обязанностям я подойду так же, как и к любому другому делу. Буду отдавать себя целиком, без остатка. Буду делать все, что в моих силах. Знаю, мы с твоей мамой любим тебя и очень ждем в этом мире, хоть и он иногда бывает жестоким. Так. Что, пока не будем сюда соваться, еще покопим немножко. Геля. Баночка. Вот еще шприц. Здорово. Как ты думаешь, у Кидман все в порядке? Мне не нравится, что они использовали ее как приманку. Такое чувство, что с нами кто-то играет. Держись, осталось немного. Их только двое, мы справимся. Боюсь, нет. Джозеф. Ну, Джозеф, что ты делаешь, а, друг? Что ж, надо выручать парня. Где вы там? Есть один.
Второй. Отлично. Ты в порядке? Я в порядке, не беспокойся. Отлично, дружище, давай лестницу. Не нужно было меня спасать. А? Ты что? Это просто вопрос времени. Так будет лучше. Ты охренел? Опять пруд. Прикрой меня. Вперед. Сколько можно-то? Резкий такой. Так, ружье. Скорее сюда. У меня же патроны кончились. Джозеф, Джозеф, ты в порядке? Да. Так. Давайте выберем ружье. Тут хотя бы два патрона. Собираем вещичек. Эту статую мы видели, кстати. Похоже, это какой-то рынок. Здесь тоже никого. Не будем задерживаться. Статую эту видели, кстати, на этом, на фотке. Аптечка. Лекарство из большого шприца, лежащего в этой аптечке, значительно повышает текущий уровень здоровья и немного максимальный, однако вызывает временные побочные эффекты. Отлично. Ну что, давайте сходим на рынок. Посмотрим, что здесь мы имеем. Патроны, отлично. Немножко мозгового геля.
Отец был человеком суровым, гордым, и, как я думал, умным. Но еще он был, чтобы не писали газеты, он был в стороне церкви, отмахивался от обвинений, словно она непогрешима. Она принимала всех, и жалких крыс, и суровых мужчин. Им обещали спасение и вечную жизнь. Но она не обещала им ничего, что я не мог бы отнять. Так, Джозеф там что-то вякнул, короче. Мне не удалось прочитать. Еще патроны. Отлично, патроны. Че, мы до 30-ки-то соберем, нет? Так, в ящике ничего нет. Еще баночка. Причем большая такая. 1000 очков сразу. Ничего, да? Ну что, двигаемся дальше. Как ты думаешь, где мы? Скорее уже нигде, а когда? Дома какие-то средневековые. Да, но тут электричество, лифты. Так не бывает. Будто чьи-то отрывочные воспоминания. Ну да, действительно. Что-то ему совсем плохо. Черт. Давай зайдем сюда. Сэп, занимаешься тем же, что и тогда, после того несчастного случая? Но пистолет к виску я не представлял. Нет, конечно. Просто потихоньку лез в бутылку. Не всем дано быть идеальными. Работе это не мешало. Но ты же читал рапорт ОВР? Знаешь, Себастьян, я пожаловался на тебя не потому, что боялся за работу. А почему тогда? Некогда разбираться. Мне нужен напарник. Я рассчитываю на тебя. Да-да, не опускай руки, Джозеф. Все будет хорошо. Нашел что-нибудь?
Возможно. Тут сплошь какие-то символы. Сектанты, что ли? Так, еще один. Может пригодиться. Еще один фрагмент. Я вроде в порядке. Пойдем дальше. Что, давайте сходим, попробуем прокачаться. К тому же у нас есть ключик, по-моему. Да. Давайте откроем вот этот. Так, что мы прокачаем? Давайте прокачаем оружие. Ружье, наверное. 8. Давайте улучшим урон. Так. Пистолет тоже 12, да? 4. Давайте снайперскую. Ну и пистолет тоже, наверное. Или... Нет, не хватает, да? Давайте тогда пистолет. Отлично. Скорострельность, время перезарядки, критический урон, точность. Давайте еще точность. Свежая пресса, я смотрю, есть. Пастор под следствием. В приходе есть признаки нарушения церковного порядка. Пастор Сальвадор Грасиано отвергает обвинение в неподобающем расходовании денежных средств. Представители церкви, расследующие это дело, отмечают отсутствие записи о пожертвованиях и расходах в данном приходе. Пастор Грасиано. Пропал пастор Сальвадор Грасиано. Пропали пастор Грасиано и несколько прихожан, находившихся в церкви Седер Хилл. С момента их исчезновения церковь остается запертой на замок. Отлично. Что, возвращаемся? Так, давайте-ка пистолет, ружье, 3. Так, снайперскую пока оставим. Погоди, сейчас я залезу и попробую осмотреться. Ты в порядке? Да. Эй, это же Кидман. С кем это она?
Смотри, что я нашел. Вроде должно еще стрелять. Иди вперед, я тебя прикрою. О, там снайпер. В укрытии они вооружены. Тыкс. Молодец. Пристрелил его. Ух ты, черт. Давай, давай быстрей. Ну, Себастьян, ты должен выйти на тропу, которая ведет к церкви. Иди вперед, я тебя прикрою. Ух ты, боже ты мой. Тебя не ослепило, что ли? Давай, вставай. Так, давайте тогда попробуем. Воу-воу. Ну-ка. Так-так-так. Да сдохни ты уже. Это твой шанс, прикончи его. А, еще один. Да ну нафиг. Есть. Один есть. Твою мать, а. Вставай давай. Что у нас там с болтами-то? Так, электрический болт. Давайте. Болт, вспышка, гарпун. Это где? Держи. Отлично. Черт, тупик. Поищу другой маршрут. Встретимся у коней. Сюда. Так, давайте-ка у него подберем. 3,5. Так, у этого. Еще 3,5. Еще что-то. Отлично. Еще гарпун.
что, давайте подойдем к Джозефу. Здесь что-то есть еще. Отлично. Записка с кладбища. Уолт, я пошел вызволять Дону. Я знаю, как попасть в волчье логово, так что я ее там не брошу. За мной не ходи. Позаботься о семье. Я приведу Дону. Дэниел. Погоди. В том доме что-то было написано про коней. Сейчас посмотрю в блокноте. Думаю, нам вниз. Видимо, да. Так, мы снова очутились здесь, в поликлинике. Ключей у нас нет. В принципе, прокачиваться я тоже пока не буду. Буду копить. Так, свежих газет тоже нету. Уходим тогда. Ты в порядке? Обо мне не беспокойся. Действительно. О себе лучше бы побеспокоился. Воу. Кто-то живой? Что жесть. О. Да ладно. Ключик. И что? Отлично. Как думаешь, что это за цифры? Для меня это ничего не значит. Это должно? Секунду, я что-то такое записывал. Похоже, эти жертвы нужно опустить на соответствующие алтари, и тогда откроется безопасный путь к нему. Так, 3, 5, 9 и 7. 3 у нас уже опущено. 9. Что там, 7? Не зачеркнуто. Значит, надо поднять, да, я думаю? Логически, если... Я что-то слышал. Так,
сработал механизм. Отлично, гель. Что, двигаемся дальше? Фу. Похоже, ты все сделал правильно. О, это что у нас? Так, патроны для ружья. Отлично. Первая записка из лаборатории на кладбище. Наверное, сам Господь пожелал, чтобы эти сироты-близнецы выжили. Их крестили и дали лекарства. Ноэн и его брат Сейн быстро поправились, но также быстро начали меняться. Конечно, они близнецы, но по какой-то причине их паттерны роста совершенно идентичны. 12 часов после введения сыворотки. Паттерны. Температура поднимается, боль в нижних конечностях. 24 часа после введения сыворотки. Жизненно важные функции стабилизировались, спят урывками. 36 часов после введения сыворотки. В полубессознательном состоянии разговаривают с воображаемым собеседником. 48 часов после введения сыворотки. Возбуждены, применено успокаивающее. Ну, собственно, наверное, вот с этими близнецами там и встретились. С этими великанами. Судя по ихнему росту. Как у них прибавлялся рост, вес. Так. Это что? Это рычание слышу. Господи. Раз в месяц у каменного саркофага, который владелец называет алтарем, складывают приношения. 2 трупа, 4 трупа, 3 трупа, 5 трупов, 4 трупа, 7 трупов, 6 трупов. Церковный сторожевой пес начал меняться. Как и у близнецов, у него прогрессирует аберрация. Сегодня он сожрал 6 трупов и уже воет, требуя добавки. Я не смею отвести взгляда от зверя. Он может подумать, что я еще одна жертвоприношение. Да ладно, это и есть сторожевой пес. Ужасти. О, господи, мне этот звук не нравится. Можешь это открыть? Жесть, ребята, жесть.
Так, 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 у меня патроны. Патронов вообще нихт. А! Тварь. Где ты? Фу. Да твою мать, а? Псина. Сейчас я тебя... А, еще и сбил. Ладно. Перезаряжайся. Так как так-то? Воу-воу-воу-воу-воу. Тварюга. Да что ты? Блин. Но! Чё устал, а? Да вообще-то какой-то... Не детектив, блин. Какой боевой подготовки, сноровки нету. Как тебе мочить, а? Получи, тварь. На еще. Ешь. Твою мать. Так, так, так. Что, у меня остались только эти? Да, жесть. Yes. Joseph. Joseph. Что? Я там очки уронил. Fuck. Мать.
Да ладно. Так, дружище. Со своими очками, блин. Твою мать, я промазал. Себастьян, отвлеку его, а ты ищи. Понятно. Это очки Джозеф начал носить еще до знакомства с Себастьяном. Бежим обратно, обратно. Быстрей, 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 быстрей. Извини. Я без них не просто слепой. Ну и вообще, будто не я. Все хорошо. Давай искать Кидман. О боже, Джозеф. И все это из-за каких-то очков. Так, друзья, у нас ни патронов, вообще ничего нет. Жесть. Ну что, эпизод пройден. Я всех благодарю за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. А я со всеми прощаюсь. До новых встреч. До новых прохождений.